Чтобы сделать десерт еще более ароматным, можно добавить ванильный экстракт или ванильный сахар. Очень симпатично получается с использованием различных красителей, тогда сердечки будут еще и яркими. Итак, рассказываю, как приготовить меренги-сердечки с мороженым. Сначала нужно приготовить само безе, а потом уже склеить половинки мороженым. Ничего сложного нет, и результат просто восхитительный. Чтобы безе не растекалось и хорошо держало форму, я делаю его на паровой бане. Но будьте внимательны, слишком горячая баня может погубить десерт. Тогда получится сладкий омлет. Взбивайте венчиком, не переставая, снимите с бани и продолжайте взбивать, как только немного остынут белки, продолжайте работать миксером минут 5-7, не меньше. Затем отсадите меренги с помощью кондитерского мешка. Насадку поставьте любую, какая нравится, и сушите безе 1-1,5 часа. Дверцу плотно закрывать не нужно, влага должна выходить. У вас все получится, удачи! 1. Подготовьте продукты сначала для приготовления меренги. Отделите желтки от белков. 2. Соедините яичные белки с сахаром. 3. Чтобы меренга была плотной и не растекалась, я советую делать ее на водяной бане. Поставьте маленькую кастрюльку с водой, 1 стакан воды достаточно на огонь, доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума. Поставьте сверху белки с сахаром и венчиком смешивайте до растворения сахара. 4. Снимите с бани белки и продолжайте взбивать уже миксером, начиная со средних оборотов. Как только появятся крупные пузыри, можно добавить обороты и довести меренгу до пиков. 5. Застелите противень пергаментом. Наполните кондитерский мешок белковой массой, отсадите в виде сердечек. 6. Сушите меренги на верхней полке при 90-100 градусах в течение 1-1,5 часа с приоткрытой дверцей духовки. У меня получилось 2 противня по 6 штучек. Если сделать сердечки меньшего размера, то их будет больше. 7. Осторожно снимите с пергамента половинки сердечек, положите по кусочку мороженого и накройте половинками безе. 8. Меренги-сердечки с мороженым готовы. Угощайтесь сладким и нежным десертом. 9. Приятного чаепития!